Встречаются в Одессе два старых приятеля. Один говорит: «Ты представляешь, я вчера встретил своего сына, которого не видел 30 лет. И как же ты его узнал? По пальто?» Одесский дворик: «Семочка, иди кушать. Я уже покушал у Павлика. Ой, это не сын, а золото». Одесса. Один молодой еврей разговаривает с более зрелым: «Вот, решил жениться. А почему такой невеселый? Невеста бесприданница?» «Да нет, дочь Изи Рубинштейна, приданная 2 магазина. А что печалишься?» «Есть одна проблемка. Она хромая на левую ногу». «Ой, какой же ты молодой и глупый. Вот что я тебе скажу. Ну, женишься ты на девушке с красивыми ногами. Ну, пойдешь ты с ней гулять по Дерибасовской. Ты же знаешь, какие у нас в Одессе дороги. Ну, сломает твоя жена свою красивую ногу. Ты, конечно, будешь ее лечить, но ты же знаешь, какие у нас в Одессе врачи. Ты потратишь все деньги из приданного и останешься с хромой женой. А так уже на всем готовом». Одесское застолье. Столы ломятся. Один из гостей берет себе вазочку с икрой и начинает ее жадно есть. Ему вежливо говорят: «Сема, ведь ты же не один здесь. Здесь еще много других уважаемых людей, которые тоже любят икру». Тот, не переставая жевать, отвечает: «Но вряд ли так же сильно, как я». Объявление по Одесскому городскому радио: «Всем евреям, улетающим сегодня рейсом Одесса-Тель-Авив, просьба явиться в справочное бюро аэровокзала, где им будет вручена медаль за освобождение Одессы». У Рубиновича спрашивают: «Это правда, что Одесса – интернациональный город?» «Безусловно. Стоит вам только на секундочку представить себе, сколько в ней проживает евреев самых разных национальностей. И вы таки перестанете задавать мне эти глупые вопросы».